Привет! Остается неделя до того момента, когда наступит долгожданное лето. Думаю, вы уже снабдили себя купальниками, закупились вещами для поездок на Байкал и намазались солнцезащитным кремом. Если, конечно, он понадобится, а то погода ведь непредсказуемая. Какой бы ни была погода, время года или наше настроение, кушать мы всегда будем хотеть. В нескольких газетах встречаются статьи о еде. Точнее, вопросы наших ангарчан о продуктах питания. В Кургане на молококомбинате выпускают сывороточный напиток, который лечит множество заболеваний и даже заменяет антибиотики. А нельзя ли у нас в Ангарске на молокозаводе выпускать такую продукцию? Интересный вопрос, но еще более интересный молочный продукт. Как это он заменяет антибиотики и лечит болезни? Ответ на такой вопрос последовал отрицательный, мол, в Ангарске нету возможности выпускать такую сыворотку. Как насчет еще одного вопроса? На прилавках в магазинах появились огурцы, но хотелось бы знать, кто и когда проверяет их на содержание нитратов. Опа, хороший вопрос, он актуален и для нас с вами. Вкратце скажу, ответили так. Проверки ведутся, лаборатория работает, документы имеются, нитраты в норме, продукция доброкачественная. Поверим на слово. Как хорошо, что сейчас наши прилавки полны продуктами, порой даже изысканными. Пожелаю вам, пожалуй, качественных и свежих продуктов. Следите за тем, что покупаете, и более того, что съедаете. Всем до завтра!